вот еще одна наша очередная ночевка. Закрыл поле. Тоже вот здесь заехали, под Ростовом. Свернули. Так, вот здесь местечко поставили, палатку. И ночевали. Ехали, устали, остановились, поспали и поехали дальше. А, ну что, мы сюда заехали, в Ростов, да? Мед можем купить. Достаточно выгодно. Как дела? Нормально. Нормально. Один могу отдать другу, если что. Он будет пытаться. Он на Воронеже. На Воронеже. На набережной. На набережной. Как это? Надо, правда, два набережных. Дай мне дрыщи, Здесь не очень вид. Чисто набережная для прогулок. Велопрогулок. Вот продолжение набережной Воронежа. Тут, оказывается, вот такой вот есть. Как это сказать? Площадь такая. Да, тут много людей гуляет. Вот такой классный корабль здесь есть. Деревянный. Деревянный корабль. Вот. Ну что, Москва, Воронеж не догонишь. Короче, мы тут, в общем, в Воронеже. Ищем место, где переночевать. Думали за городом, а тут в центре, в принципе, много очень у них. Парков на берегу, прям такие, бац, выезжаем, тут песочек, короче, и это сразу вода, песочек, вода, луна такая вон классная, и здесь тихо вообще, спокойно. Ну и что, песок, песок, а вот тут можно встать, вот тут, вот тут справа, Паш, тут костерок, слышишь? Да. Давай далеко не поедем. Доброе утро. Вот мы переночевали на берегу. Не, не море. Это Воронежское водохранилище. Это Вока. Вот. Это в городе Воронеж. Это не Воронеж. Нет, река Вороженец называется. Воронежец. Воронежец. Вот. Такие дела. В Воронеже очень много храмов. Буквально вот там, где мы были на берегу, ночевали, мы поднялись на горку. Сейчас вот мы на горку поднялись. И пока мы поднимались на горку, один был реставрированный храм, а другой еще большой такой. И вот еще один храм, здесь служба идет. Здесь какой-то киноконцертный зал, по-моему. Нам сказали, что здесь где-то есть храм, где есть родни. Но что-то мы не можем его найти. Вот думаю, может здесь сейчас Марина пошла найти храм заодно и спросить про родни. Идет служба. А? Мы нашли родник. Да. Тут, я не знаю, на одном квадратном километре 10 церквей. Вот купель, да? Да, мы здесь пасху.
На Алёше бы надо искупаться. Чем бы надо искупаться? Да. Ходи за Алёшей. Будешь купаться? Да. Просто туда закрываешься, раздеваешься, ой, купаешься. Да, можно выйти, да. Там, где тут холодная вода. Ну, Тима набирает воду. Давай еще. Здесь ведра стоят.